Улицу Приморскую перекрыли до 1 сентября. На этом участке теплосеть начала проводить масштабные земляные работы. Основная задача – подключение строящихся домов жилищного комплекса «Нагаевский» к инженерным сетям. Вместе с этим сотрудники предприятия уберут трубы, которые идут к фасаду дома номер 1, чтобы сделать территорию около парка «Маяк» более привлекательной. Приморскую перекрыли на 1,5 месяца. В районе первого дома одну полосу движения, за 7-м – обе. При этом около самого парка работы вести не будут, парковка и подъезд к его территории со стороны портовой будут полностью открыты на протяжении всего периода.